Всем привет, снова снова. Я Бэк Фалкон, и сегодня мы продолжим проходить такую игру, как Heavy Rain. Ну и подводились к принципу, пожалуйста, нажать его лайком или дизлайком, написать коммент и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. По пожеланию, можете пожать канал донатом, все ссылки в описании. Играть мы будем за Скотта Шелби. И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. Tactical – динамичный онлайн-шутер для мобильных устройств. Участвуй в коротких, но полных экшена боях. Гоняй на машинах, сбивай своих врагов, шлывай, уничтожай, доминируй. Важат быстрые бои. Tactical – хардкорный шутер для поклонников стремительных и интенсивных сражений. 5 на 5 с живыми соперниками. Оружие на любой случай. Огнестрел, ножи, гранаты, мины, ЛПГ, С4 и многое другое. 25 уникальных оперативников. На выбор 4 уровней редкости. Реалистичная физика. Срывайте машины и стены. Носите жаболы и уничтожайте все на своем пути. Каждая пуля оставляет после себя след. Транспорт нокаут. Захватите след своих движений и получите преимущество на поле боя. Гоняйте по кауте, сбивайте противников, устраивайте перестрелки из окон. Заходи и говорь и скачивай. Ссылку я оставил в описании. Весь сложен на неплохо к нему. Офиш. Так вы думаете, это мастер оригами убил Манфреда? Вероятно. Не хотел, чтобы Манфред выдал его. И вы подозреваете Горди Крамера, да? О, да, или его людей. У Горди есть время и средства. Не говоря уже о желании выйти сухим из воды. Он еще не обвинен, но... Выглядит больно подозрительно. Это ваш архив по делу? Да, составляю последний план. Собрал уже гору бумаг. Журналы по оригами? Вы думаете, убийца мог выписывать их? У меня есть список подписчиков этих журналов за 30 лет. Он может быть среди них. Да только проверить 500 человек. Долгая песня. Есть хочется. Нечем перекусить. Я не повар, но яичницу соорудить смогу. Нет, это его дом. Скорее всего, дом. Спасибо. Я промокла и очень замерзла. Можно я приму душ? Пожалуйста. Через спальню следующий день. А я пока что пожарю яичницу. У нас холодильник. Так же. Будем пробовать. Шкафоводка. Я думаю, что что-то сейчас произойдет. Смелая же девчонка. Бедняга Манфред. Ведь мы только что подняли бокал за старые добрые деньги. Я принес ему несчастье. Как странно видеть Картера после стольких лет. Он совершенно не изменился. Такой же чёрный придурок. Я тоже был бессилен, видимо, когда он работал. Когда-то я здесь работал. Теперь кажется, что это было в другой жизни. Повода вставать. Я позволила себе взять ваш халат. Вам он идет. Не хочу вас расстраивать, но похоже пахнет горелым.
Простите. Да мы передержали. Готовы, не важно. Ерунда. Что это? Блокнот, который я взяла у Матфреда. Тут записано, что около 30 человек покупали у него запчасти к машинкам Роя. Убийца мог быть среди них. Понимаете, чтобы проверить алиби 30 человек одного за другим, придется побегать. Но ведь мы можем сопоставить их с вашим списком. Списком подписчиков на журналы по оригами. Он же у вас здесь? Да, да. Погодите. Так же. Если убийца в самом деле чинил машинку Лоял и выписывал журналы по оригами, он должен быть в обоих списках. Лорен, это лишь предположение, но... Да, пожалуйста. Да, она что-нибудь найдет, мне кажется. Имя наверняка здесь. Помогите, мы его найдем. Кого-то они, походу, нашли. Тот парень, что попал в оба списка, умер в 10 минут. Что будете делать? Разроете могилу и вскроете гроб? Знаю, в этом нет смысла. Разве что убийца взял его имя. Но зачем брать имя парня, который давно умер? Вот это мы и выясним. Его звали Джон Шепард. Где-то тут должна быть его могила. Вас не собьешь, верно? Ну, давайте искать. Холодно, мокро. Холодно, мокро. Зато грязно. Обожаю свою работу. Обожаю свою работу. Тем скорее найдем могилу. Тем скорее найдем могилу, тем скорее уйдем отсюда. Так что. Простите, я тут ищу могилу мальчика по имени Джон Шепард. Идите прямо, здесь недалеко. Спасибо. Спасибо. Если уж она приняла решение, нет смысла спорить. Я ищу могилу одного мальчика, умершего 30 лет назад. Его звали Джон Шепард. Я сейчас должен искать улики против Горди Крамера. Вместо этого брожу по кладбищу в поисках могилы парня, умершего 30 лет назад. Она решила, что идет по правильному следу. И вот теперь я вынужден торчать на этом кладбище. Ненавижу кладбище. Они на... Эй, Скотт, куда же ты? Могила Джона Шепарда должна быть где-то рядом. Вам не говорили, что на кладбище нельзя кричать? Да ладно вам, мертвым все равно. Надо отдать ей должное. Женщина, она решительная. Так ж. Это... Ну, пожалуйста, когда мы здесь искать будем. Простите, я бы хотел... Ничего страшного. Я сам ее найду. Вот. Так. Не, не то.
Она нашла. Десять лет. А тут свежие цветы. Кто-то присматривает за этой могилой. Фигурки оригами. Ни хрена себе совпадение. Видишь, что связано с этим погибшим мальчиком? Бедный парень. Я его знаю. Знали Джона Шепарда? Почитай всю жизнь, я тут работаю. Это случилось в 77-м. Вроде как в октябре. Белюзга поганая! А ну, вышь отсюда! А ну, палите, никчемные выродки! Вернётесь не раньше, у него был булат. Опять он пьяный. Что ж нам теперь делать? Там проливной дождь. Мы промокнем до нитки, если прогуляем весь день. Ну, зато царей будем. И сахарные не растаем. Пойдем поиграем. Джон прав. Зачем торчать здесь весь день, если можно поиграть? Лучше уж на улице под дождем, чем дома, когда отец не в духе. Мама еще не скоро придет с работы. Она бы не позволила ему так с нами обращаться. Так. И тебе кажется, что мастер оригами ваш это и есть бывато мальчик. Осталось выяснить только кто это. В вашем доме, видимо, здесь пойдет какая-то трагедия. Джон прошел через большой. И он Джон так ваш и был у них зачинщиком. Так. Получилось. Да, что только детям не игрушка. Погнали. Акс. Ну, опасно, конечно, не играют. Видимо, здесь что-то допроизойдет.
Наверное, он спустился здесь. Он так быстро бегает, никогда меня не ждет. А в чем у нас виноват их отец, который выгнал их в дождь? Так. И конечно, машина ногами и будет бват. Этот видео пройдет именно из-за дождя, как я понимаю. Сейчас мы пройдем. Так. Это пройдем. Так. Погнали. Хорошо, это детям явно не игрушка. Ну, с фотоном. 14, 17, 20. Так. Давайте искать его. И, видимо, он куда-то повалился. Судя по крыльям. Это же Джон! Это кричит Джон! А вот и он. Акс. Чего у него явно не хватает. И ему никто не поможет. И он будет таким образом мстить. Так как понятно, здесь это ничего не виновато, но видим, что кто-то... Соблет у него. Пока мы не знаем, кто, но мы предлагаем, скорее всего, все его блат. Блат это Джона Шеповода. И мы сказали, что из этого искушаются осенью. Как дань памяти бывает. Боже, шуткая история. Джон Шепард и
Джон Шепард утонул в дождевой воде, держа брата за руку. Думаете, его брат и есть мастер оригами? Ладно, пойдемте в машину. Парень умер 30 лет назад. Кто же ухаживает за могилой? И снова она меня удивила. А я не люблю сюрпризы. Здесь больше делать нечего. Надо идти. Стоп. Что такое? Он тот человек. Да. Да. Вот это походу ложат к Ваню. Так оно и лечит. Интересно. На следующей серии мы будем играть за Мэдисон. Три персонажа осталось, но он погиб у нас в прошлой серии. Что ж, на этом все, пожалуй. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию, можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем пока!